По поводу продажи шашлыков на улице в праздничные дни существуют самые разные мнения. Нарядное летнее кафе во время народных гуляний, манящий запах шашлыка, прохладительные напитки – вот то, что хотелось бы видеть на площади Нефтяника. Но на самом деле те условия, при которых продают жареное мясо в ахе, не соответствуют таким представлениям. Мясо и маринованный лук стояли неприкрытые, над ними парили птицы, завсегдатые на площади. Хлеб подавали в тарелке немытыми руками из пакета. Место для продажи выглядело непривлекательно. Если праздничные куличи продавали на застеленных белыми скатертями столах, то внешний вид торговой точки с шашлыком вызывал недоверие. Но при этом народ охотно шел за горячей ароматной мясной продукцией. Курение и распитие спиртных напитков в общественном месте тоже вызывало недоумение у многих. Но сотрудника полиции и представителя администрации нам найти не удалось. Вот пока так организуют открытые кафе у нас в городе. Конечно, хотелось бы иначе. Например, вот так. А как правильно, пусть решают чиновники и сами жители города.